Воинская часть в Симферополе на улице Карла Маркса остается заблокирована силами самообороны. Пока столкновений не зафиксировано. Украинские военные заблокировали ворота подручными средствами, проволокой, а также построили баррикады из мешков. Территория части патрулируется украинскими военнослужащими с автоматами. Солдаты по-прежнему верны присяге. Возле двух входов в часть стоят отряды так называемых дружинников. Журналистов они воспринимают как провокаторов. Почему, внятно объяснить не могут. Видимо, есть что скрывать. Провокация, да? Почему? На улице Калинина ситуация также без изменений. Военные держат оборону, жены приносят провизию. Въезд на территорию части с внутренней стороны заблокирован военной техникой на случай атаки. Также возле ворот стоят противотанковые ежи. На входе развиваются два флага – украинский и крымский. Воинская часть в селе Перевальном Симферопольского района по-прежнему блокирована вооруженными людьми и так называемыми силами самообороны. Вооруженные люди просят их не снимать и вообще отойти куда-нибудь вон туда. К воротам воинской части не подпускают и требуют предъявить.